С вами шеф Майер, и вы на канале Просто о мультиварке. Сегодня мы будем готовить сырный суп с фрикадельками. Лайки и репосты приветствуются. Не буду кривить душой, скажу, что большинство времени в своей жизни я даже не знал о существовании таких супчиков. Ну, борщ, там щи, там супы всякие, это да, а сырный суп — это что-то такое. Вот, но теперь я в какой-то степени фанат сырных супчиков. Готовятся они очень просто, при этом получаются очень вкусными. Итак, впереди нас ждут продукты, потом приготовление, а в конце видео калорийность, белки, жиры и углеводы. И не забывайте, если ваша мультиварка несколько мощнее моей, желательно уменьшить время приготовления. Продукты для приготовления вам потребуются: 300 грамм картофеля, 500 грамм фарша для фрикаделек, 250 грамм плавленного сыра для супа, по 150 грамм морковки лучка, соль, перчик, маслица 30 миллилитров и 1 литр 700 миллилитров воды. По продуктам у нас все, впереди подготовка. Итак, мелко пошинковали лучок, морковь я сделал четвертинками, кубиками сырок, средними кусочками картофель, и из фарша сделал фрикадельки. Наша подготовка заканчивается, мы переходим к самой готовке. Начало самое что ни на есть классическое. Отправляем в чашу масло, лучок и морковь на 10 минут. Режим жарко. Каждые 2-3 минутки желательно перемешивать. Через 10 минут мы переходим к шагу номер 2. А именно, отправляем в чашу кипяточек. Картофель и наши фрикадельки, которые до этого были в морозиловке. На режиме тушения 40 минут как раз он будет. Ну, в общем, процедура так себе. Тушение. Это я сделаю до конца вне камеры. 40 минут прошли, и мы переходим ко второму шагу. Отправляем в чашу сыр, перчик и соль. На 20 минут. Сольки. Пару ложек с хорошей горкой и поперчить. А вот теперь наш супчик готов. Берем поварежечку, перемешиваем его и отправляем все это дело на тарелку. Недорогие ингредиенты, простая рецептура. Все, в общем-то, очень даже просто, а получаем ароматный, красивый супчик со сливочным вкусом. Ну, украсить его там зеленью, укропчиками, сухариками, ну, там, греночками, это уж как вы там захотите. В любом случае, будет очень вкусно. А значит, приятного аппетита!